Кстати, определить, насколько здоровой является церковь, можно разными способами. Кто-то из вас этот вопрос уже поднимал. Каковы критерии классификации общин с точки зрения их здоровья? Всем известно, что идеальных церквей не бывает. Все христианские общины состоят из спасенных грешников, каждого из которых Господь обновляет. Однако и ветхий человек не дремлет, поэтому идеальных церквей быть просто не может. Согласны? И все же также давайте согласимся, что определенные признаки правильного развития церкви все-таки должны быть. Разные исследователи и богословы выделяют разные атрибуты здоровых с их точки зрения общин. Предлагаю рассмотреть несколько классификаций. Первая из них, наиболее известная и распространенная, называется «естественное развитие церкви». Разработана она на данных по Германии и переведена уже примерно на 20 языков. Эта классификация широко используется в разных странах мира. При этом следует отметить, что естественный рост церкви включает в себя еще и комплект анкет и материалов, предназначенных для оценки общины на предмет качества ее развития. Слово «здоровье» здесь не употребляется, но смысл фактически тот же. Исследователи убеждены, опираясь на полученный материал, что если община проявляет 8 основных характеристик, она, скорее всего, растет и развивается нормально. Обратите внимание, вот они, эти 8 аспектов. Воспитание лидеров, служение сообразно духовной одаренности, живая духовность, эффективные структуры, вдохновляющие богослужения, целостные малые группы, благовестие, учитывающее потребности людей, и отношения, основанные на любви. При этом ключевым во всех словосочетаниях является прилагательное. Руководители есть в любой общине. Вопрос в том, насколько они способствуют ее развитию. Любая церковь занимается служением, но с учетом ли духовных даров? И так далее. Итак, от церкви требуется продиагностировать себя на предмет сильных и слабых сторон и начать работать над развитием последних, что, по убеждению исследователей, должно привести к росту. Для наглядности авторы представляют свою концепцию в виде бочки. Обратите внимание, вот это планки. Вот это планки, которые, собственно, и формируют стенки бочки. Все они здесь, как видите, разной длины. Вот эта бочка может вместить ровно столько воды, сколько позволяет самая короткая планка, правильно? Остальная вода будет просто выливаться. В обсуждаемой концепции это именуется фактором минимума. Самая слабая сторона вашей общины будет этой самой короткой планкой. Как бы вы ни удлиняли оставшиеся, больше воды в бочку все равно не нальешь. Согласны? А давайте усилим что-нибудь другое, предложите вы. Давайте. Но если нижний предел останется прежним, ничего не изменится. Так что если хотите увеличить вместимость бочки, удлиняйте нижнюю планку. Вот такой образ характеристик церкви рисуют нам авторы. Если ваша слабая сторона благовестия, разумно ли усиливать поклонение? Думаю, вряд ли. Надо работать над благовестием. Такую диагностику предлагают нам авторы концепции, чтобы церковь могла бросить силы на решение действительно актуальных проблем. Причем рекомендации по усилению слабых сторон тоже предлагаются. В частности, если таковой оказалось благовестие, вам дадут соответствующие рекомендации. То же самое касается и других служений. Подробно анализировать концепцию естественного развития церкви я не буду. Она довольно широко известна и уже не раз доказывала свою эффективность. Просто предлагаю ее в качестве ресурса, которым, по своему усмотрению, вы можете воспользоваться. Продолжаем обсуждать тему здоровья церкви. Если мы нацелены на основание не просто общин, а подлинных общин царства, способных к самовоспроизводству, фактор здоровья церкви будет одним из основополагающих.
Мы уже рассмотрели некоторые признаки нормально развивающихся церквей в концепции естественного развития церкви. А теперь я хотел бы предложить другой перечень таких характеристик. В своей книге мы предлагаем еще несколько источников по данной теме. Итак, это перечень, на который ориентируется Свободная Евангельская Церковь Америки. Основополагающее значение Божьего Слова, его фундаментальная роль. Далее. Глубокая живая духовность, основанная на взаимоотношениях со Христом. Не пустые обряды, а подлинная внутренняя связь со Христом и Святым Духом. Плодотворное благовестие. Здоровая церковь — это благовествующая церковь, церковь, проповедующая Евангелие, церковь, привлекающая людей ко Христу. Поклонение в духе, поклонение как проявление искреннего богопочитания и путь духовного формирования. Приверженность делу исполнения великого поручения. Это миссионерская направленность, ориентация вовне, стремление благовествовать не только словом, но делом. Быть солью и светом для всех окружающих. Приумножение лидеров. Этот вопрос мы уже обсуждали. Внутренняя структура здоровой церкви непременно строится на сильном духовном руководстве. Основание церквей. Не зацикленность на себе, а нацеленность на создание новых общин царства, там, где это необходимо. Разумное использование ресурсов. Иначе говоря, вверенными нам Богом ресурсами мы должны распоряжаться экономно и продуманно. Речь здесь идет и о финансах, и о наших духовных дарах, мудро используемых для созидания тела Христова, и о времени, которым должно жертвовать ради служения Богу. Все это свидетельство нашей веры, нашей преданности Христу, Церкви как телу Христову и ее миссии. Таким образом, здоровая Церковь отличается ответственным отношением к вверенным ей ресурсам. Целенаправленное воспитание учеников. Привести человека к Богу недостаточно, это лишь начало пути со Христом, а Церковь призвана помочь человеку сделать его плодотворным, научиться исполнять Божьи заповеди. Научиться быть послушным Христу. Далее. Отношения, основанные на любви. Любовь — это наибольший плод Духа. В любви к Богу и ближним заключается наибольшая заповедь. Следовательно, любовь по отношению ко всем людям внутри и за пределами Церкви является ключевой характеристикой здоровой Церкви. Итак, вот вам еще один перечень. Основан он также на Священном Писании, а значит, неизменно актуален для всех последователей Христа. В качестве практического задания для себя и своей церкви вы можете попытаться составить собственный список признаков здоровой церкви. Конечно же, Писание дает нам несравненно больше материала, чем то, что умещается в оба представленных перечня. Иногда, с точки зрения здоровья, я сравниваю церковь с человеком. Если бы мне, допустим, предстояло отправиться в одну из тропических стран, мне следовало бы опасаться малярии, которая в тропиках представляет собой реальную угрозу здоровью человека. Чего не скажешь, например, об Аляске или любом другом северном регионе. Там мне грозят скорее обморожения. Иными словами, существуют региональные факторы риска для здоровья. И так же, как в разных странах мира, здоровому организму могут угрожать разные заболевания, так и в разных культурах есть опасность возникновения различных духовных проблем. Приведу пример. Мы с вами уже обсуждали разные стили руководства. Так вот, есть государства, где распространен авторитарный стиль управления. И в этом нет ничего предосудительного. Единственная опасность заключается в том, что лидеры могут стать излишне жесткими руководителями, настолько властными, что это повредит здоровью церкви. Или наоборот, в эгалитарном обществе
роль лидера может потерять значимость настолько, что практически перестанет существовать. И это другая крайность. Таким образом, в разных культурных контекстах могут возникать разные опасности. Где-то общины имеют склонность к спорам и разделениям. Поэтому для них показателем духовного развития будет как раз-таки единство, которого в нашем списке нет. Именно поэтому я и прошу церкви не бездумно перемерять на себя предлагаемый перечень, а постараться выделить наиболее важные признаки нормального развития, исходя из библейского учения, особенности их общины и культурного контекста. Расскажу вам вкратце, как это делается. Возможно, наш опыт будет вам полезен. На этот раз речь пойдет о танзанийской общине в Дар-эс-Саламе. Вот что мы там предприняли. Во-первых, изучили библейские тексты, затрагивающие тему здоровья церкви. Однажды меня спросили, а почему вы используете этот термин, ведь в Библии его нет? Здоровые церкви. На это я отвечаю так, на самом деле о здоровых церквях говорит сам Иисус. Где? Откровение, главы 2 и 3. Здесь Христос, подобно врачу, обследует семь церквей в Малой Асии и фактически сообщает о полученных результатах. В каких-то случаях ситуация весьма благоприятна, общины хранят верность и служат Богу, а в каких-то не очень. Так, Ефесскую церковь Иисус хвалит за то, что она усердно трудится и не извращает учения, но одновременно с этим упрекает ее в том, что она оставила первую любовь. Итак, первонаперво мы начали с изучения 2 и 3 глав книги Откровения, затем мы обратились к 4 главе послания к Ефесянам, где описывается жизнь церкви, а потом рассмотрели еще ряд фрагментов Писания, которые, по мнению лидеров, так или иначе, отражали тему здоровья общины применительно к тем условиям, в которых они находились. В результате мы составили список, как видите, на маркерной доске. Доску вы, вероятно, видите, а вот что на ней вряд ли, но это не страшно. Я просто хотел показать, что на основании изученных библейских текстов мы составили перечень качеств, перечень признаков. С одной стороны, сформулировали признаки здоровой общины, среди них здравое учение, противостояние лжеучению, а с другой стороны, то, что может нести угрозу правильному развитию церкви, например, утрата первой любви или самодостаточность. Итак, мы перечислили как положительные качества, обусловливающие здоровье церкви, так и отрицательные, приводящие к ее нездоровью. И это легло в основу дальнейшего анализа. Ключевые факторы были сформулированы и записаны на небольших карточках 3 на 5, а затем распределены по категориям. Список у нас, надо сказать, получился весьма внушительным. Осмыслить 30 пунктов, выстроенных в ряд, довольно трудно, поэтому мы решили их как-то классифицировать. На фотографии этот процесс как раз и запечатлен. Увлеченные делом люди, у кого-то в гостиной, как видите, все просто и неформально. Идет процесс сортировки, и два близких по смыслу признака объединяются в один. В общем, работа кипит. В итоге было выделено порядка 8-10 основных признаков. После этого каждый лидер на основании библейских текстов и с учетом специфики его церкви составлял собственный перечень. Он, безусловно, мог стать полезным инструментом. Может быть, не таким тонким, как то, что предлагается в парадигме естественного развития церкви, со всеми сопутствующими анкетами, опросниками, подлежащими компьютерной обработке и тщательному анализу, но, тем не менее, вполне пригодным в качестве стартового материала для изучения и анализа собственного развития.
На Филиппинах, например, была такая практика. Руководители церквей собирались вместе и пытались оценить свою общину на предмет ее здоровья. Опять-таки, анализ этот был довольно приблизительным, но все же служил полезным основанием для размышления, молитвы и поиска нужного направления в развитии с учетом выявленных плюсов и минусов. Так что практика эта дает хороший результат. Она не дает сбиться с правильного пути и препятствует возникновению и росту неблагоприятных явлений в жизни общины, которые способны привести к серьезным проблемам. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. А теперь несколько вопросов для дальнейшего осмысления и практического применения данного материала в контексте вашего служения. Изучите предложенные перечни признаков здоровой церкви и попытайтесь с их помощью оценить свою общину. Лучше всего, если это сделает лидерский состав. Коллективное мнение всегда полезнее. Кстати, однажды подобным анализом мы занимались на выезде. Собрались с лидерами общины и на выходные уехали за город. Время мы провели продуктивно, но подробнее об этом я расскажу позже, в другом разделе курса. Итак, попробуйте оценить себя как церковь, а затем применительно опять к себе же постарайтесь выработать признаки здоровой общины. Можете воспользоваться предложенным нами способом, а можете придумать свой. Единственно правильных вариантов здесь нет. Когда же слабые стороны выявлены, какие конкретные шаги следует предпринять для их усиления? Конечно, хорошо и правильно в случае недуга обратиться за помощью к врачу и получить рекомендацию, скажем, сбросить вес. Дальше вы уходите домой, через какое-то время возвращаетесь в больницу, но слышите то же самое — убрать килограммы. Назвать это лечением нельзя, согласны? То же самое касается и церкви. Можно пройти диагностику и выявить проблемы, однако что изменится, если их никак не решать? Все это значит, что как только проблемный аспект выявлен, следует начать продумывать шаги по исправлению ситуации. Что у нас хромает? Учение? Служение малых групп? Может быть, для усиления слабых сторон нам помогут какие-нибудь программы? В общем, решать вам. Ключевое слово здесь — решать, потому что без этого положительных сдвигов ждать неразумно. Ну что ж, на этом рассмотрении темы здоровья и воспроизводства церквей мы завершаем и переходим к следующему разделу курса. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.